Здравствуйте, Лев. Это видео про ваш объектив с установленным одуванчиком. Вот, смотрите, одуванчик установлен. Проделана работа по конвертации. Демонстрирую. На профессиональной камере. Вот видите, вот этот вот флажочек, рычаг. Вот он работает. И на крупнутой камере, где этот флажочек находится, вот здесь. Вот он тоже, когда вы на своей камере поставите объектив, диафрагму ставите в автоматическое положение 16, и вот он зажимает этот индикатор АИ объектива и прекрасно отрабатывает все диафрагмы непосредственно с камеры. Посмотрите, я запрограммировал фокус на 50 миллиметров, диафрагма от 1,4 до 16. Вот смотрите, ставим, например, 16, смотрим в объектив, нажимаем кнопку репетировать диафрагмы. Вот диафрагма закрывается. Ставим, например, 5,6. Диафрагма закрывается на 5,6. Аккуратно снимаем и вставляем объектив в камеру. Смотрите. Ориентируемся по среднему контакту одуванчика и по черной стрелочке точки. Совместили средний контакт одуванчика, черную стрелочку с белой точкой на камере, чуть-чуть придавили внутрь и до щелчка защелкнули. Все, режим съемки с одуванчиком АФС. Именно в АФС режиме идет блокировка затвора до момента появления фокуса. Можно наполовину поджимать кнопку затвора, будете слышать звуковой, световой сигнал, и когда появится фокус, затвор сработает. Все, сейчас я его упакую и завтра уже смогу отправить к вам в обратный путь. Спасибо за внимание.